В этом году ряды городских провизоров пополнило 25 молодых специалистов. Светлана Козлова родом из городка, что на Витебщине. Окончила областной медуниверситет и по распределению попала в город на Березине. Любовь к делу зародилась еще в детстве. Сейчас девушка живет в съемном жилье, оплату которого компенсирует организация. В начале самом я познакомилась с заведующей. Вот это было пару дней заранее. Мы приходили, просто как-то показали аптеку. Вот. Заместитель заведующей Татьяна Геннадьевна тоже показала, сделала экскурсию по аптеке заранее, за пару дней. Вначале небольшой страх, то, что новое место, далеко от дома. Работа с людьми – это тяжеловато, но так, в принципе, все нормально. Екатерина Ловицкая и Карина Болбас – бобруйчанки. Как и коллега, они окончили Витебский мед. Аналогичный выбор в пользу профессии. Любовь, привитая с детства от учителей биологии и химии. Желание помогать людям. Девушки уверяют, приняли их тепло, а работа с ровесниками повышает комфорт. Трудятся слаженно, никто никого не стесняет. Очень рада, что я сюда попала, потому что здесь работа совсем не однообразна. Мы выполняем все виды лицензируемой деятельности, и поэтому здесь очень интересно. Также здесь отличный коллектив, более опытные коллеги всегда готовы помочь нам, молодым специалистам. Многие думают, что у меня обязанность просто достать с полки и отдать, но на самом деле люди приходят не за конкретным товаром, люди приходят рассказать свою проблему. Тебе надо его выслушать, человека, надо его поддержать, надо подобрать что-то по его запросу, то есть ценовой сегмент ты должен подобрать, ты должен подобрать именно препарат, который необходим человеку, ну и в конце концов какую-то моральную дать поддержку. В дежурной аптеке на Интернациональной 8 новых провизоров. В работе девушки закреплены за более опытными сотрудниками, своими наставниками. Это помогает им быстрее адаптироваться, набраться опыта. Также руку помощи готова протянуть многолетний заведующий Ирина Русакович. С молодежью я всегда очень люблю работать. Молодежь – это новое что-то. Это всегда энергия, это всегда стремление к чему-то новому, это победы. Поэтому та молодежь, которая сегодня пришла в мой коллектив, это самое лучшее. И так было, так есть и так будет. Пополнение 2024-го самое большое за последние годы. Были закрыты практически 100% от кадровой потребности. Сегодня горожане могут спать спокойно. С улыбкой их встретят молодые специалисты, которые окажут качественную и своевременную консультацию. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.